Мороз или сильный снегопад – ничто не может помешать ежегодной традиции Казанского федерального университета – прогулки на лыжах, не случайно названы поездом здоровья. В этом году ради безопасности ввели некоторые ограничения, которые, впрочем, никак не помешают участникам и организаторам мероприятия. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Впервые лыжный забег проходит с таким небольшим количеством участников и на территории Казанской обсерватории. Однако студенты все равно настроены как следует отдохнуть и повеселиться на свежем воздухе. Здесь я впервые, на лыжах я тоже не стою, но очень хотела попробовать. Сюда приехала в основном за хорошим настроением, за свежим воздухом, погулять, повеселиться, потанцевать. Наверное, ждут, да, много веселья и отдохнуть от учебы и всего остального. Расслабиться и просто насладиться временем, которое провел на природе и с друзьями. Участники поезда здоровья проведут на лыжах около 2 часов, а по возвращении их ждет горячий чай и выпечка, заранее приготовленные организаторами проекта, которые сами принимают активное участие в мероприятии. Я сюда поехала как организатор. Вот, организовываем ребятам новогодние развлечения. Ребята будут ездить на лыжах, потом немножко отдохнем, потанцуем, пообщаемся. И так плавно завершится наше пребывание здесь. Полюбоваться красотами зимнего леса, зарядиться позитивными эмоциями и сменить привычную обстановку может любой студент Казанского федерального университета, даже тот, кто ни разу не вставал на лыжи, но очень хотел бы попробовать. Алена Лонкина, Фарид Захидаглы, Универньюз.